У остановки «Авиагородок» из-за внезапной поломки троллейбуса едва не пострадал пассажир, ехавший рядом с вагоном «Тойоты Виш». Молодой человек вместе с отцом двигался со стороны аэропорта бок о бок с единицей, когда токоприемная штанга соскользнула с провода и метнула увесистую стальную деталь, словно катапульта. Ехали по второму ряду, вот, а в первом ехал, получается, троллейбус. С него слетела с роговины этот башмак, или как он называется. Ну, получается, в дворнике в лобовое стекло. Хорошо, что я в очках был, прям видел, как стекла в глаза летят. Здесь стекла. Штанга хлестнула по стальному тросу растяжки, который крепился к фонарному столбу. Удар был настолько сильным, что со столба посыпались плафоны фонарей. Минивэн на мгновение оказался под дождем из пластиковых и металлических предметов. Хабаровчанину повезло. Стальной башмак попал в щетку стеклоочистителя, которая сыграла роль навесной брони. Представлять, что было бы с лицом, перспективный пострадавший не хотел. Плафоны прыгали, их в смысле объехали. А то бы и плафоном еще прилетело. Так они тоже одновременно они, посыпали? В смысле, падало, все там летело. Не знаю, я только на эту ерунду внимание обратил. Потому что она прям, ну, мне в лицо летела. Хорошо, что в дворник вот попало и им пробило лобовое стекло. Вызванный из депо специалист взялся устранить поломку на месте, пока шло оформление этого ДТП. По словам механика, случившаяся редкость. Предугадать такую поломку невозможно. В башмаке на самом конце токоприемной штанги лопнул болт, который стягивает две половины скользящей по проводу детали. Вот сам металл именно вот поломался. Нигде ни крепления не отвалилось, ничто. Просто вот усталость металла. Подпружиненная штанга троллейбуса способна метнуть такую деталь более чем на 50 метров. В истории хабаровского троллейбусного депо был случай, когда башмак не только повредил рядом ехавшую машину, но и залетел в кафе на красной линии Хабаровска. С места происшествия Надежда Томченко, Мария Склярова и Виталий Векслер.